Киеве в преддверии Рождества чуть не сгорел в результате поджога православный храм, названный в честь святителя Петра могила. Храм этот относится к Украинской церкви Московского патриархата. Неизвестные проникли на территорию ночью и подожгли наружную стену в алтарной части. Конструкция здания такова, что в этом месте огонь не сразу бы заметили. На это, по всей видимости, и рассчитывали преступники. Но бдительные прихожане почувствовали дым и вызвали пожарных. В результате обгорел только фасад.